Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Наконец-то нам пришла посылочка. Это моя последняя посылочка перед отпуском. Больше я не заказывал. Потом после отпуска буду заказывать еще. Так, у нас эта посылочка, это есть халява. Наконец-то пришла мне халява с Алиэкспресса. Я так надеюсь, я трек номер не отслеживал. Сейчас вместе с вами посмотрим. Так, и... Так, и тут у нас такая вот коробочка. С каким-то вот таким вот трек-номером. Все у нас тут аккуратненько заклеено. Так, у нас тут это все дело открывается. Ладненько, придется нам... Да, все заклеено, даже есть какая-то голограммка. Типа вещь. Так, Color Black, модель QSU-Q26 Electronics LCD. Так, и у нас тут фирмы QCU UE. Походу открывает у нас она так. Вот такая защита. Походу, да, такая вот защитка. Коробочка просто шикарная. Сейчас достаем. Так, просто шикарная, классная коробочка. Открываем. Так, у нас здесь коробочки. Такой вот маленький Bluetooth наушничек или Bluetooth гарнитура. Все у нас красивенько в коробочке. Так, вот такой вот у нас Bluetooth наушничек. Так, тут так вот включается. Регулировок громкости нету. Вот что у нас еще. Ну, как всегда, такой вот маленький USB кабелечек. Сантиметровый на 20. Что у нас еще? Так, запакованная Bluetooth гарнитура. Ой, не гарнитура, она всякие. Вот эти вот разные размеры под каждое ухо. И вот тут косненькая. Так, и мануальчик. Мануальчик. Все. Тут вот есть инструкция. Play. Здесь все вот. Довольно-таки детальная инструкция. Вот так вот. Такая вот небольшая у нас гарнитура. Здесь, по-моему, должна была быть. Такая вот. Но тут ее нету, наверное, в комплекте. Ну и там не на картинке. Так, это у нас пришла халява. Сейчас мы его покажем, как я ее заработал на Алиэкспрессе. Для своего друга. Есть такое вот приложение Алиэкспресс. Мобильные бонусы. Я тут захожу. Собираю монетки. Если надо будет, снимем видео, если вы попросите, чтобы показать вам. Так, есть вот халява и отчеты. Видите, вот, вот зелененькая. Такой вот подарочек. Нажимаем. Вот здесь вот халява. Можете выбирать, что вы там, например, хотите по халяве. Это есть только в мобильном приложении. То есть скачивайте, устанавливайте. Например, закажем вот такая вот. Ляпнем вот такую вот. Вот подать заявочку. Нажимаем. И окей. Окей. Все, заявка подана. Сейчас закажем вместе с вами сразу и вторую. Какую-то вещичку. Закажем вот эту вот сумочку. Интересная такая вот сумочка. То есть я уже кляпал больше года. И мне повезло, халява пришла. Вот вы сами видели ее распаковочку. Сейчас я вам покажу. Вот это вот. Что она мне пришла. А, вот халява отчеты. Моя халява. Вот успешные. Вот моя. Видите, стоимость 0,28 гривен. То есть я за нее закупил, заплатил 28 копеечек. Такая вот гарнитурка. Вот она. Ой, вот она у нас упала. Так, сейчас вместе с вами посмотрим, или она работает. Подключаем Bluetooth на телефоне. Bluetooth у нас подключился. Засветился вот такой вот индикатор, мигает красно-желтый. Что-то нас там что-то прошептало. Сейчас.
дополнительное устройство. Смотрим. Доп. Устройство. Сейчас ищется название доп. Устройства. Есть, вот как здесь на инструкции написано. И наша инструкция. Где-то уже пропала наша инструкция. Ну, как в инструкции написано, вот такая вот модель. Как вам читал. Нажимаем. Сопряжение. Подключение. Подключено. Сейчас включим какую-то музычку. Так, сейчас мы включаем музычку, музычку, музычку. Кстати, посылка мне пришла. А, вот, кстати, вот эта вот инструкция, как здесь написано. Пришла мне посылка буквально за 2 недели. Это рекорд, я не ожидал. Почта Украины пока работает. Пока мне никаких претензий никаких нету. Так что музычку что-то я не могу здесь. Я, в принципе, не любитель слушать музыки. Потому-то у меня здесь и... Потому-то у меня здесь и я же говорю музыки. Музыку я не люблю слушать. Будет для общения в автомобиле. Там написано, что можно пользоваться как в автомобиле. Так. Вот музыка. Сейчас запустим музыка. Играет, ну, в принципе, очень тихо. Музыка играет очень тихо. Перед этим у меня были наушники, играли громкой. Ну, что же мы хотим? Вот, слышите, в принципе, уже может играть больше. Ну, шипения нема. Ну, я же говорю, этого товара у нас халява. Ссылочка на данного продавца и данный товар будет в описании. Можем переходить. Очень такой удобненький, маленький, прикольненький Bluetooth наушничек. Так что не забываем подписаться, поставить лайкосики, написать комментарии, то, что хочет увидеть на моем канале. Буду пытаться заказывать, если она полезная вещь. Может, закажи для себя, если вы что-то порекомендуете. Всем до новых встреч. Мне приятного отпуска. Вам ближайшего отпуска. Может, даже встретимся на море. Всем пока. До новых встреч.